Жительница Реутова вырастила и воспитала более 30 детей. По сути, это целый школьный класс. Поначалу этот факт кажется нереальным. Однако Татьяна Бабанина действительно подарила любовь и настоящую семью десяткам ребят, среди которых только один родной ребенок. Большинство из них уже взрослые и успешные люди. Но повидаться с мамой они приезжают не один раз в год. В тот выходной приходила ко мне невестка с сыном. Вот принесли подарки, они приехали с Турции, принесли нам подарки всякие. Вкусности, сладости. При необходимости очень сильно помогают. Если я попрошу что-либо просверлить, сделать, отвезти меня куда-то на машине. У Татьяны Витальевны были разные дети. С легким и трудным характером, здоровые и не очень, спокойные и с неустойчивой психикой. И каждому опытная мама смогла найти подход. Сейчас в квартире живут трое младших детей. Данил, Сережа и Злата. Данечке было 4 годика. Сейчас ему будет 11, Злате было 7 лет, сейчас уже ей будет 14 лет. Ну вот, и Сереже то же самое, но Сереже у нас 10 лет. Мы ездим в Кремль, это у нас прям хобби. Мы берем билеты, мы пересмотрели все балеты, вот весь балет. Каждый день у мамы расписан поминутно. Разбудить, покормить, проводить в школу, встретить, снова покормить, проверить уроки, поиграть и поговорить. К такому же строгому порядку приучены и дети. У каждого есть свои обязанности, которые они давно выполняют без указаний. А в выходные дни и в каникулы семья всегда планирует поездки в интересные места. У меня обязанность пылесосить, протирать полки. Иногда, когда у меня нет времени, пылесосит Даня. Он тоже иногда вытирает полки. Я со Златой чищу картошку, морковку. Мы в каникулы ездили в Кусково. Мы хотели поехать на Арбат, но из-за дождя у нас не получилось. Но мы пошли в кино, посмотрели фильм. Еще мне понравилось большое, мне понравился театр в Кремле. Еще вагончик. В доме Татьяны Бабаниной есть и питомцы. Ребята любят гулять и играть с собакой по кличке Нарцисс, а попугай Рики почти всегда свободно летает по квартире. Еще она летает вот тут вовсюду. Помню, один раз она залетела за шкаф и упала там, и не могла разгрузиться, вылететь. Мы с мамой положили все книжки на пол и выдвинули шкаф, и она вылетела, выбежала. За свой материнский труд Татьяна Бабанина отмечена знаком отличия за заслуги перед городом Реутов и множественными благодарностями. Она служит примером для всех, кто хочет стать приемным родителем или опекуном. Сейчас в Реутове 88 семей, которые выбрали приемное родительство своим образом жизни. В них воспитываются 125 детей. Некоторые жители округа предпочли усыновление. Так своих мам и пап обрели 98 сирот.